Так, все, начал. Всем ассаламу алейкум, всех приветствую. Это получается, какой влог? Четвертый был у меня, да? Да, пятый сейчас. Это по номеру пятый влог. Спонтанно начал его снимать. Я нахожусь в Москве со своими братьями. Гайдар, Русик. Приехала сюда на мероприятие, которое организовывает Сарычев. Сарычев Power Show, что-то там. В общем, пригласили как гостя. Будут соревнования по воркауту, будут соревнования по армрестлингу, там будут все известные личности спорта. Акимбо, Гога, Сарычев. В общем, все, кто в фитнес-индустрии, знаменит в России, все они там будут. Так что вот, это получается вот начало. Все, давайте нас связал. Ну, тебя не слышно, конечно. Да, я уверен, что слышно. По-любому слышно. Сейчас поедем на станцию ЦСКА, выйдем в авиапарка. Очень красивое место. Да, давай доделай уже. А? Ничего, просто. Да я сразу сделаю. Мечки. Оп. Бессмертный Джо. Ошалеть, хорош. Туда. Ошалеть. Просто... В минус 10 решил. Минус 10 градусов как бы на улице. Не, давай без горизонта. Первая часть блога будет такая, в основном я вам покажу красивые кадры. Попытаюсь вам передать атмосферу зимней Москвы и так далее. Уже на следующий день начну снимать съемки. Покажу вам кадры именно самого мероприятия. Покажу вам воркаут батлы. Еще соревнования интересные. Самое главное. Самое главное — бикини. Тормози, да. Извиняюсь. Блин, как-то холодно в Москве вообще, конкретно. Не люблю я такой холод. Мне больше по душе жара. Потому что в жару у меня тренировки лучше идут. Травмы не болят, а в холод у меня все выскакивает, и тренировки сложнее, плюс еще вес прибавляю, прям нормально так. Все-таки, ну, все равно атмосфера есть, когда зима, снег, холод, своя атмосфера есть, но все равно я больше люблю жару. Я когда в Индии был, там 36 градусов жары было, я как себя хорошо чувствовал, если бы вы знали. Я сразу, ну, какой-то... Некоторый лишний вес, ну там процент жира какой-то у меня сразу ушел. Тренировки хорошо шли, хорошо восстанавливался, такая тема была. Все равно, что есть, то есть. Нормально, конечно. Небольшой обзор на место. Smell that indie smoke, man, you know the scope, cause I got the antidote. We buzzing in this bitch, mind fuck the counterfeits.
вторая половина Workout Battle закончилась. Трое из моих друзей прошли. Я проиграл. Вот он проиграл. А я смотрел, спел. Мне волноваться не нужно. Я просто сижу, кайфую, смотрю. Гуляю. Такая я смотрю. Ребята, подходите к нам, участвуйте в конкурсе. Сейчас проверю силу хвата. Попробую сотку одной рукой поднять. Щеки я тоже. Напротив меня Москва-Сити, покажи Москва-Сити. Готэм. Соревнования прошли, Ислам проиграл. Чуть-чуть бомбанул. Это Москва. Извиняешься за это? Да. Перед кем? Короче, вот так вот прошли соревнования, получается. Кирилл Саин первое место, Ислам Гусейн второе место, третье место, Денис Григорьев. Я вам покажу, ну, батлы вы увидели, решайте сами. Что вы увидели, гид. Ну, если ты будешь говорить, плохо слышно будет. Плохо слышно будет? Да. Просто давай видео. Ну, просто, не знаю.
говорите, разговаривайте. Всем ассаламу алейкум. Просто атмосфера нереальная, просто сколько людей, знакомые лица. Слезы фитнес-индустрии в России. Нереальная атмосфера просто. Калистеника похожа с гимнастикой, но это как бы уличный вид спорта и такой более открытый. То есть если в гимнастике есть определенные критерии, то есть определенное качество выполнения, то есть, как вам сказать, в гимнастике все идет по этому, то есть по программе, то есть по правилам. А воркаут, калистеника это уличный вид спорта, и ты сам решаешь, что как будешь делать, что будешь показывать. Плечи убивает. Кстати, грудные. Так а что грудные, они видишь, как тебе тут баланс на голове. Короче, 50 раз так крепко. Я честно не делал на количество, но ну, для любопытства надо попробовать. Мужчина, проверочку, вторая проверочка от Гоги. Что там, блок снимаешь? Меня снимаешь, братан, как дела? Смотри, ну мучаем молодого. Давай, сейчас он это, в мою сферу попадет, какой ерунды непонятно. Тебе понравилось? Нравится. Я люблю слышать. Дай мне мудя, врача, бля. Короче, ребят, была такая небольшая суета, боча мучей, и я надеюсь, вы зацените. У нас надо еще горизонт. Давай, да. Сторис. Это для сторис, да, мне там. Раз, два.